вы работаете на Шатко Руслана Валентиновна, да? Да. Она вот установила такие расценки. 30 рублей за такую ленточку и 100 рублей за такую, да? Понимаете, в чем дело? Мы же цены сами не назначаем. Если я вам назначу цену, скажу, что я буду продавать ее по 10 рублей, меня все соседи здесь сожрут. Потому что ленточку здесь продают все. Начнем с этого. Ну я посмотрел только у вас вообще. Нет, смотрите, что дело. Просто ленточку на самом деле продают все. Я вот честно говорю, я даю бесплатную ленточку вот эту. Я просто людям говорю, бесплатно. Вот такое? Вот это она не продается. Я ее даю комплекты со значками, она не для продажи. Ну ясно, ясно. Ну ладно, покажите еще раз, я сфотографирую эту поэту.